Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Лидия. И хочу поделиться о прочитанном. Читала я, дней 20, не переставая, детективы Роберта Ван Гулика, голландского писателя. И что вы думаете, что самое интересное, голландец, написал он о Китае. И настолько проник, судя по его произведениям, настолько проник он внутрь Китая, это 660-й и дальше год, далековатенько достаточно. И, в общем-то, конечно, китайцы не такие закрытые, как японцы, положено, но, тем не менее, добиться там каких-то источников, подлинников, летописей и прочее достаточно сложно, тем более чужакам, уж к себе они практически никого не допускают. Тем не менее, Роберту Ван Гульку это удалось. Он знакомился с первоисточниками и, так сказать, прямо-таки проникся и сумел передать в своих произведениях эпоху, дух ее, экономическое положение, государственное устройство, быт и так далее, что очень интересно и важно лично для меня. Писал он детективы, надо сказать. Я, как любительница истинно детективов, поэтому мне было весьма интересно прочитать эти произведения. И читать я начала с подачи, так сказать, самого Акунина. Где-то прочитала даже, что будто бы Роберта Ван Гулика считает как бы голландским Акуниным, так его называют, хотя, в общем-то, тут какое-то несоответствие, потому что Ван Гулик умер в 1967 году, а Акунин стал известен гораздо-гораздо позднее. Тем не менее, вот так вот последние годы как бы сравнивает. И из тех детективов, которых в своей последней книге «Любовь к истории», где он, так сказать, выдержки из своего ЖЖ приводит, и в частности, он отвечает на вопросы, какие книги в его жизни, сформировали, оказали наибольшее впечатление на его характер, восприятие и так далее. И в числе детективов, пожалуй, это единственное, наверное, он прямо так указывает вот этого самого Роберта Ван Гулика. И даже с угрозой, что ежели кто отзовется как бы не так, не в высшей степени, забаню, так и угрожал. Я, конечно, не из-за угроз, а просто из интереса. Мне Даша, дочка моя, скачала все произведения, которые нашла в интернете его. Их тут оказалось, наверное, штук 20, что тут мы могли найти. И что интересное, я читала их все подряд, считайте так, по электронной книге. Я не объелась, ни чуть-чуть. Я делилась с дочерью своими впечатлениями, и в частности мы вспоминали, что как-то мы выписали Хаггарта, и там произведений, наверное, 10, огромная такая книга, которых у нас не было. И мы начали читать, но к концу уже где-то с половины изнемогаешь. Хаггард, конечно, хорош, но в меру. И пока эти 10 произведений в этой огромной книге прочитал, уже все. Уже настолько объелся, настолько все. Долго-долго не потянет, да. А вот Ван Гулика прочитала произведение 20, нисколько, ни чуть-чуть не надоело, читала бы дальше, если бы еще нашли. И здесь, как и у Конан Дойля, так сказать, и у того же Акунина и прочее, персонаж один, так сказать. Это судья Ди. Ди Жэньчжи, чиновник, которого назначали судьей в различные уездные города. И так сказать, этот персонаж, кстати, как очень удивительно, он действительно существовал, вот этот судья Ди.
о нем упоминается вот в первоисточниках, настолько он прославился своей деятельностью, абсолютно бескорыстный, абсолютно добросовестный, справедливый, истинный судья, вот как он должен быть, как он был. Это, конечно, редкость по тем временам была, поэтому для него как бы не было нераскрытых преступлений, ну, убийств в первую очередь, конечно. Вот, весьма загадочные, весьма такие по обстоятельствам ужасные, будем так говорить, может, азиаты такие, в силу своего характера, кстати, бессердечные, жестокие, будем, так о них впечатление складывается. А где их не было, это, таких вот, таких жестоких убийств? Возьмем времена инквизиции даже, более близкие, ужасы какие творились и так далее. Вот. И вот очень интересно, как он расследует, потому что он в единственном числе, так сказать, расследует. Не было ни следствия там какого-то, ни более-менее какая-то полиция, которая бы занималась. Но была, конечно, что-то типа полиции, жандармерии, которая за безопасность отвечала страны, ну, той же провинции, каждой уездного города и так далее. Вот. А что касается вот расследования преступлений, то вот он в единственном числе. Никаких криминалистических тут тебе пособий, никаких средств технических и так далее. Собственно, только головой, размышлением, логикой, ну, интуиция, наверное, куда же без нее, потому что без нее никак. Вот. Поэтому достаточно интересно, как пытки применялись, потому что признание нужно было добиться в любом. То есть открывается заседание судья. Вот, и именно в открытом, вот, будем так говорить, судебном заседании он расследует, вызывает свидетелей, ну и подозреваемого, будем так говорить, да. Вот, допрашивают его с пристрастием, причем как с криком, стопотом таким, ну, в основном он спокоен был. Вот, ну и если он не признавался, а были некоторые данные, что это именно тот человек совершил преступление, то применялись пытки, причем пытки там, и начиная с самых безобидных, это, значит, бамбуковыми палками, кнутом, причем до костей все это по спине, что человек терял сознание, чуть ли не до полусмерти. И дальше уже различного рода тиски там сдавливали руки, ноги, что хруст стоял, ну и так далее и тому подобное. Это вполне естественно, судебное заседание, при зрителях, соответственно, конечно, все эти пытки удивительно. Вот, и раз, и другой отводили там типа тюремные камеры, а она здесь же при суде. На следующий день положим опять по новой и так далее и тому подобное. Вот. И быт, вот, жены, как это заведено было несколько, что там 3-4 примерно, потому что это должно соответствовать его должностному положению, иначе ты как бы не это самое не соответствуешь, значит, все не положено, обычай такой. Двор, пища, что ели, что носили, как он одевался, значит, типа мантии такой парчевой, в судебном заседании обязательно шапочка специальная и так далее, или такое, как следовал к месту происшествия на носилках положено, в палантине и так далее, речь. Ну и вот все это очень интересно для меня было. Не станешь же, извините, научные трактаты читать той или иной эпохи, а вот в художественной форме, причем очень достоверной, пользуясь первоисточниками и так далее, это очень интересно, познавательно, мне понравилось. Поэтому кто увлекается детективами и хочет, так сказать, ознакомиться с той или иной эпохой, в частности, от Китая, я рекомендую. Да, на этом все. Сегодня все. До свидания.